Теплые дни не перестают радовать жителей Верхневолжья. Летний зной заглянет в Тверскую область во второй половине недели. В гидрометцентре Твери рассказали, какая погода ожидает жителей региона в ближайшие дни. Начало июля запомнилось жителям Верхневолжья жаркой погодой. В первые дни месяца столбики термометров поднимались выше 30 градусов, а в областной столице обновили многолетний температурный рекорд. В Твери зафиксировали плюс 34 градуса. Начало июля месяца, да, среднесуточная температура была выше нормы где-то на 5-7 градусов. Это уже тоже как бы неблагоприятное явление. В течение всего месяца, большую часть, по крайней мере, месяца, температура воздуха или чуть выше, или близка к норме. Потому что, как мы заметили, последние дни у нас и ночные температуры стали похолоднее. По крайней мере, не 16-17 градусов, а уже в некоторых районах уже и 7-8 градусов. Но основной фон, наверное, 10-15 градусов. Что касается дождей, то, как зачастую бывает летом, они носят точечный характер. В одних районах области идут ливни, а в других светит солнце. Так, в июле на Тверь дважды обрушивались сильные дожди. Например, в день города выпало 43 миллиметра осадков. А всего с начала месяца в Твери выпало 70 миллиметров осадков, что составляет 93% от месячной нормы. В день города у нас в Твери был просто потоп. Буквально в соседних районах в этот же день не выпало ни капли осадков. Где-то у нас уже, я так понимаю, близко к норме количество осадков, где-то практически нет этих осадков. То есть вот выводы пока делать рано, но то, что вот это пятнистое, вот где-то больше, где-то меньше, ну это для лета это нормальное явление. На последней неделе июля особых изменений в погоде не ожидается, рассказывают в Тверском гидрометцентре. Температура в ночные часы будет в районе 9-14 градусов тепла, а днем воздух будет прогреваться до плюс 27. Кратковременные дожди ожидаются днем. По предварительным прогнозам, начало августа будет преимущественно теплым, без резких скачков температур.